Главное управление уголовного розыска МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о возможных мошенничествах на рынках недвижимости. Главными признаками финансовой пирамиды являются обещание получения жилья в короткие сроки, отсутствие очередности и прозрачности. По данным ГУР МВД, по фактам деятельности жилищного кооператива за 12 месяцев прошлого года поступило 16 обращений. В едином реестре преступлений зарегистрировано 1515 уголовных дел. С прошлого года передано 9 уголовных дел. Всего в производстве 1524 уголовных дел, а из них 1284 направлены на судебное рассмотрение. Причиненный материальный ущерб составляет более 900 миллионов сомов. В настоящее время возмещено 108 миллионов 855 713 сомов. Все возбужденные уголовные дела расследованы и направлены в суд. По остальным уголовным делам ведется расследование. ГУР МВД Кыргызской Республики предупреждает о рисках внесения денежных средств с целью покупки жилья через некоммерческие жилищные кооперативы. Уважаемые кыргызстанцы, просим вас быть внимательными при покупке жилья. Вполне возможно, что могут обмануть и вас. Ведь на сегодняшний день были обмануты 1524 человека, сумма ущерба которого составляет более миллиарда сомов. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, пословица которая была и будет актуальна. Никогда не принимайте решения в торопях, ведь последствия могут быть необратимыми.